Привет! Это видео о самом важном и ключевом элементе в продаже битов на западный рынок. Это имейл-рассылка. И сегодня вы узнаете, что писать в письме и теме письма, сколько и как слать битов и еще множество неочевидных моментов рассылки, которые помогут вам повысить открываемость и избегать попадания в спам. И ставь лайк, если ждал продолжения рубрики, а мы стартуем. Всем привет, подписчики школы битмейкинга. Сегодня расскажем вам про рассылку. В прошлом ролике мы собирали с вами почты. Сегодня будем вам рассказывать о том, как эти биты вам заплейсить, чтобы у вас были какие-то плейсменты и продажи. Одно из таких важнейших действий – это рассылка. Я думаю, что ей должен заниматься каждый продюсер. Это один из методов продвижения вашей музыки, один из базовых принципов работы с артистами и продюсерами, поэтому у вас должно быть все четко, структурировано, чтобы вы собирали и держали свою базу в чистоте, потому что это также влияет на доставляемость вашу, то есть спам, не спам. Давайте расскажем вам об этом подробно. В нашей индустрии есть уже сформировавшиеся стандарты, например, использование именно Gmail почты по простой причине того, что там очень хороший лимиты для рассылок, которые подходят именно нам для рассылки битов. После того, как вы создали свой новый аккаунт Gmail, вам нужно будет его разогреть. А это делается очень просто. Вам нужно прогревать этот аккаунт и пользоваться им как обычный пользователь, то есть отправлять с него какие-то письма, общаться с людьми, отправлять там единоразовые сообщения, как-то просто использовать свой аккаунт как обычный человек. Доказать Gmail, что вы не бот. Важно получать в ответ письма, чтобы вам отвечали, тоже вам писали. Попробуйте переписываться с друзьями на Gmail аккаунте. По лимитам отправки с Gmail вы можете отправлять 500 человек в день, но сразу вы не можете этого сделать, иначе вы просто будете заблокированы Gmail. Поэтому вам нужно делать все постепенно. Постепенно пополнять вашу рассылку, начиная с одного человека, и так постепенно день за днем 10, 20, 30, 40 и так далее. Нельзя сразу отправлять на большие количества, иначе Gmail просто посчитает вас спамером, и ваши письма будут заблокированы, так же, как и ваша новая почта. Старайтесь относиться к этому с головой и делать все правильно. Также хочу рассказать вам про 5 самых базовых советов, чтобы не попадать в спам. Первый совет. Старайтесь не использовать слова в вашем письме «купить», бесплатно, скидки, прайс. Это все очень плохо влияет. Либо вы будете попадать не в инбокс, а вы будете попадать в промо-акции. Рэперы очень редко смотрят промо-акции. Также не советую использование трекеров, потому что по моему опыту, когда я их использую, зачастую попадает спам. Также при отправке ваших сообщений рэперу советую не отправлять много ссылок в одном письме, потому что это также считается немного спамерско. Старайтесь делать все просто в вашем письме, потому что разные шрифты тоже могут убивать и распознавать с алгоритмами как спам, поэтому просто самые обычные сообщения, короткие и понятные. Не отправляйте много писем, это первый признак вообще спамера, если вы отправляете очень много. Поэтому старайтесь делать это постоянно, но в меру для по меркам Gmail. Несколько раз в неделю, но это не 1-2, это условно 3-4. Если вы лютые хардворкеры, собрали уже большую базу почт своих клиентов, покупателей, артистов, то советую вам использовать. Ну, чтобы преодолеть лимиты Gmail 500 в день, вы можете рассылать в день намного больше, имея несколько аккаунтов Gmail, которые также хорошо прогреты, у которых репутация отличная и которые не попадают в спам. Либо же вы можете ознакомиться с профессиональными сервисами для массовой рассылки, потому что многие компании используют такие сервисы. Их очень много, достаточно просто забить в Google сервисы по массовой рассылке, и вам вылезет несколько вариантов. Там уже выбирайте вам. Короче, советую вам при создании адреса написать ваш никнейм. И все, чтобы по почте вас можно легко было узнать. Сразу, конечно, хочу отметить, что от спама вообще избавиться на 100% невозможно, но минимизировать его можно. Поэтому используйте, вот я упомянул 5 шагов до этого, старайтесь их использовать, и, конечно, меньше будете попадать в спам. Но этих вообще советов и шагов очень много. Это большая тема, тоже можно будет ее раскрыть где? Нигде, наверное, да. Gmail вообще один из самых важных инструментов. В основном через Gmail рассылайте весь свой материал. На Западе это принято. Если у нас, возможно, это Telegram, то у них это только Gmail почта. Для примера, как у меня ведется диалоги с Gmail и как вообще продаются биты, я просто отправляю биты на почту артистам. Они заходят, слушают. Если им нравится, они мне пишут на Gmail, что им понравился тот или иной бит, либо пишут мне сразу в Instagram. Давайте приведу один пример со своего опыта, как я веду дела через Gmail и как вообще
вообще в итоге продаются биты. Примерно вот такой шаблон. Ты находишь артиста в Инстаграме, просишь у него почту, отправляешь ему на эту почту биты постоянно, не пропадая, чтобы о тебе слышали. В один момент ему нравится какой-то либо из твоих битов, он тебе пишет либо сообщение на почте, что ему понравилось, либо, если ты указал в своем письме свои контакты, он сразу свяжется с тобой в Инстаграме. В Инстаграме он с тобой связывается, спрашивает по поводу этого бита, либо может не спросить и просто украсть твой бит, что тоже бывает, поэтому следите тоже за этим. Хочу вам дать один очень важный совет. Не расстраивайтесь и не впадайте в панику, если вы не получаете какие-то ответы на Gmail. Поймите, что это нормально. Артисты зачастую неохотно отвечают на сообщения в Gmail, потому что это им просто не нужно. Они помечают сообщения, где им понравился бит, и все. Они вряд ли вам будут писать и отвечать, что бит им понравился. Просто следите за их обновлением в Инстаграме. Если им очень понравился бит, они уже хотят выпускать песню, поверьте, они с вами свяжутся. Советую, даже если вы не видите никакого фидбэка на вашей почте, просто продолжайте слать. Знайте, что артисты открывают ваши письма, знайте, что они их чекают и записываются, поэтому просто продолжайте работать. Более подробно про какие-то плейсменты и вообще дополнительный материал про украденные биты мы рассказываем в своем телеграм-канале. Приходите, подписывайтесь, чтобы просто быть в курсе. Ссылка в описании, QR-код. Ссылка в описании, QR-код на экране. То есть просто создаем Gmail аккаунт с логином, похожим на ваш ник, прогреваем этот аккаунт и рассылаем 3-4 раза в неделю, постепенно увеличивая количество почт. Пока что все просто, а сейчас ProdByJeff расскажет вам, что именно писать в письме и как его оформлять. А если ты хочешь продвинуть свое творчество или стать более востребованным битмейкером на рынке СНГ, но не знаешь, как запустить эффективную рекламу, то ребята из Bright Advertisement сделают все быстро и качественно. Основатели Bright Advertisement имеют опыт работы в крупнейших рекламных агентствах России, и на базе своих знаний и умений они разработали уникальный подход к продвижению, ориентированный на музыкальную сферу. Bright Advertisement не просто откручивает бюджет, а находит подход к каждому клиенту, создавая яркие запоминающиеся креативы, раскрывающие вашу индивидуальность. А по промокоду школы вы получите скидку 10% на первый заказ. Bright Advertisement. Двигайся ярко. Салют всем, я Джефф, и сейчас я вам расскажу несколько слов по поводу того, как правильно рассылать биты при помощи Gmail. Давай сейчас поподробнее разберемся, как нужно правильно оформлять само письмо. Название письма должно содержать в себе... какой я туп. Название письма должно включать в себя вызывающие заголовки, которые привлекают к себе внимание артиста, но при этом не должно содержать стоп-слова, за которые вас могут отправить в спам. Вы можете писать тему письма, то, что вы отправляете новые биты, можете писать дату новых битов, стиль битов, который вы прикрепили. Скриншот, как пишу именно я, вы можете увидеть вот здесь вот, он появится, или здесь. Не знаю. Теперь перейдем непосредственно к содержанию письма. В содержании письма не должно быть огромное количество текста, потому что алгоритмы Гугла расценивают объемные письма как спам, особенно если они исходят от вас очень часто. Вы не должны упоминать ничего про продажи, про что-то бесплатное, что-то платное, цены. Это все нужно отбросить, это все потом непосредственно решается с артистом, когда он с вами связывается. Давайте теперь непосредственно перейдем к тому, сколько битов нужно прикреплять в ваше письмо. Как правило, артистам на почту ежедневно приходит огромное количество писем. Почта переполнена всякими разными битами, там, менеджерами и так далее. Соответственно, у них нет огромного количества времени для того, чтобы отсматривать весь материал, которым им отправляют. Поэтому мой вам большой совет не прикреплять огромное количество битов. 10 битов — это перебор, поэтому не нужно переполнять письма битами. Бывает такое, что артисты просят отправлять биты при помощи дропбокса. Вообще в индустрии, музыкальной индустрии, как правило, все друг другу отправляют все через Dropbox. Не пользуется никто там Mediafire, Google Диском и так далее. Все пользуются именно Dropbox. Не знаю, почему так завелось. Лично я вообще не прикрепляю ни одного бита к письму. Отправляю просто ссылку Dropbox на пак с битами. Вы можете воспользоваться моим советом, отправлять также, а можете просто прикреплять. Давайте теперь поговорим по поводу того, как именно рассылать биты. Можно отправлять на не более 500 имейлов в сутки. Обычно лично я прикрепляю около 450 имейлов на одно письмо. И все это дело я отправляю через скрытую копию. Почему именно через скрытую копию, а не через просто обычную копию? Все очень просто, потому что артисты хотят почувствовать, что бит прислали именно им, а не кому-то другому. Поэтому личные почты мозолят глаз артистам, поэтому отправляйте через скрытую копию, и там не будет видно, кому вы еще отправляли это письмо. Через обычную копию вы создаете цепочку писем, то есть если вам будут отвечать, это сообщение будет приходить всем. Отправлять через обычную копию — это грубейшая ошибка.
Поэтому отправлять через обычную копию — это наигрубейшая ошибка, которую не стоит вообще ни в коем случае допускать. Следить за этим очень внимательно. Короче, в самом письме пишешь тему так, чтобы было понятно, что внутри письма. Прикрепляешь не более 5 битов, а в тексте письма оставляешь свои контакты, либо контакты и ссылку на Dropbox с битами. Но тогда сами биты к письму прикреплять не надо. Ну и, конечно, отправляешь письма через скрытую копию, а не просто вставляешь все имейлы в адресную строку. Ну а проведение базы почты сейчас расскажет Хомбре. Живот урчит. Это будет на петличке. Салам алейкум, пацаны. С вами Хомбре. Пацаны рассказали, как прогревать почты, что писать, как отправлять биты. Но, как понимаете, у нас будет не одна почта, а если мы очень-очень плотно... Живот урчит, сука. А если вы работаете очень плотно и очень усердно, то почт у вас будет очень много. Соответственно, их надо где-то складировать, где-то хранить. Конечно, это можно делать где угодно, в заметках, на телефоне, в блокноте, но самый эффективный способ — это ввести таблицу в Excel. Соответственно, мы берем саму почту в один столбец, в другой столбец мы можем писать имя артиста, его Instagram, третий столбец — его жанр, четвертый там можете придумывать по своей фантазии, там сколько у него подписчиков. Ну как там с деньгами? Но даже если вы пишете в одном жанре, то рекомендую вам все равно собирать артиста из других жанров. Например, вы пишете чисто мелодик, но для разнообразия вы можете собирать почты каких-то крупных высокост артистов, потому что в жизни каждого пацана придет момент, когда он захочет послушать ИБК Джайба и написать бит в этом стиле. Лично я собираю почты артистов совершенно в любых жанрах и стараюсь это максимально структуризировать, потому что вкусы меняются, вы можете какой-то жанр полюбить, начать его писать, но у вас уже не будет почты, вам нужно будет это с нуля делать. А старая база в другом жанре уже для вас может быть не актуальна. Также есть мультижанровые артисты, которые могут залететь абсолютно вообще на любой тайп, на любой бит, там, на дарк, на мелодик, на дрил. И рекомендую вести тоже такой список артистов, которым можно засылать какие-нибудь прям бенгер, крутые биты, которые вы считаете прям супер хитовыми. Но если все-таки это артист определенного какого-то жанра, например, Детройт, то не стоит ему отправлять какие-то вообще левые биты, потому что он это не заценит. И, например, если он это увидит как-то на почте, он может послушать, ему не понравится, он может просто вас заблокировать. Вы об этом даже не узнаете, и это только ухудшит вашу репутацию аккаунта, и в дальнейшем вам будет сложнее рассылать. Вот мы собрали определенную какую-то базу, например, из 50 почт, и, например, 2-3 человека нам ответили. Вам будет хотеться сразу предложить ему купить эти биты. Сразу написать цену свою, написать вот так, вот так, вот так. Можешь скидывать деньги туда. Но, поверьте мне, это только оттолкнет артиста. Поэтому для начала нужно прогреть артиста. Так же, как прогреваете почту, нужно внедриться в доверие. Можете попросить обратную связь у артиста. Будет ли он записываться на этот бит? Понравился ли ему этот бит? А может, он хочет эксклюзивный пак для него? Сделайте доверительную, такую вот спокойную обстановку, как будто вы друзья. В дальнейшем, если у вас как-то складывается нормальное уже общение, вы можете перейти либо в iMessage, либо часто это происходит в Instagram. Попросить его Instagram, либо дать свой, и уже там списаться и обсудить подробности вашей сделки. Поэтому, так же, как прогреваете почту, старайтесь прогревать артистов потихоньку, спокойно, так размеренно, скидывайте биты, чтобы он заценивал, и поверьте, всему свое время, и обязательно он запишется и купит у вас бит. В общем, просто ведите свою базу почт подробно и упорядоченно, чтобы отправлять рэперам биты в их стиле. Иначе во всем, что мы обсуждали до этого, не будет вообще никакого смысла. Если слать Детройт биты артистам, которые залетают на мелодик, то у вас просто не будет продаж, а репутация Gmail аккаунта будет стремиться к нулю. Короче, если вот они задушнили весь видос, я сейчас буду угорать. Пацаны, в битах денег нет. На завод. Продавайте мебель. В мебель, блядь. Школа замерщиков. Меня зовут Фирдавс, мой псевдоним Фьорд. В общем, много интересного вам сегодня рассказали. Хочу подытожить все это, сие данный рассказ, неким своим опытом. В самом начале, когда я только начинал рассылать, у меня был вообще совсем небольшой мейл-лист. Как-то днем я сидел рассылал, значит, по своему там небольшому этому листу. В конце концов, на следующий день мне пришел ответ от одного менеджера в том, что ему нахер не подошли мои биты, ему не понравились. Но я как бы окей, думаю. Проходит, наверное, где-то пару дней, и мне на почту пишет девушка. В ходе диалога выяснилось то, что, оказывается, когда я отсылал биты, и вот этот менеджер, которому не подошли мои биты, их прослушивал, она проходила мимо, это оказалась его жена, она проходила мимо, услышала какой-то один из моих битов, ей понравился, она мне написала. В итоге она приобрела у меня просто безлимитную аренду за 4 тысячи долларов. В итоге она приобрела у меня бит за 400 долларов, просто безлимитную аренду. В общем, просто не имеет значения, сколько у вас почт, суть в том, то, что может произойти вот как раз
практически подобная ситуация, как у меня. Поэтому просто нужно слать и тем самым как бы работать на заводе, И если подвести итог под всем, что тут было сказано, то рассылка ничуть не менее важна, чем поиск артиста. Точнее, даже одно без другого просто не будет работать. И рассылать нужно регулярно и не останавливаться, даже если прямо сейчас у вас нет никаких результатов. Это работа в долгую, и накопительный эффект от этого может наступить как через месяц, так и через полгода. Самое главное, что результат рано или поздно придет. Так что если в первый день у вас нет продаж, то волю в кулак и продолжаем писать, искать и рассылать, и, конечно, ставить лайк этому видео, если хотите продолжения рубрики. А на этом все. Пока. В битах нет денег, пи***йте на завод.